Пошли, пошли. Ну там у одной женщины, ну, блогер, я так понимаю, если у нее 21 тысяча подписчиков, как бы интересный, значит, блогер. Этот. Она рассказывает, что у нее овцы непослушные, такие хулиганы, короче. Ну, я не знаю. У меня наоборот, козы у меня хулиганы, я на них вечно жалуюсь. А с овцами у меня нет проблем. Вот я им сказала гулять. Все, они встали, пошли. Никто никуда не побежал. Вот это и рожать надо, она тоже не может себе место, бедолага, найти. Иди, иди, чернушка. Иди прогуляйся. То есть, не знаю, видите, никто никуда не бежит. Потихонечку сейчас покушают, погуляют. Потом домой идут. Их можно вообще не пасти. Они сами, сами выходят, сами приходят. Я недавно в город уехала на собрание родительское в школу. Приезжаю, бабушка говорит, что я выхожу из дома, а они себе потихонечку открыли ворота, вышли, погуляли, видимо, хорошенько, и уже ждали, чтобы она их запустила домой. Она их запустила, а я приезжаю, тороплюсь домой, кормить их надо, выгуливать. А они потом еще 2 или 3 часа еще так спали сладко. Значит, они тут хорошо погуляли без меня в одиночку.